Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, нет, забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем много надо. Ребят, мы этого артиста знаем. Мы очень много его треков слушали. Классный, музыкальный, талантливый молодой человек, ребятки. Поехали, классно. Друзья. Сейчас новенькое что-то послушаем. Да. Будем дымиться, бить почти, и не того голову как найти. Я не много заждаюсь пойти, вышел на охоту за ветер хайданси. Тут же закурю пасть и бутом, да башку том и ее утопим в воду. Мы утопим в воду, Я курю реально так много, что... Ну, ребятки, голос прям звонкий, да, классно. Чистый такой. Звучит так богато, да, и музыка такая интересная, красивая, да. Ну, трек начала шикарный, да, голосок такой звонкий, да. Прям вот чистый-чистый, ребятки, очень да. Очень красиво звучит. Красиво, молодец, умничка прям. И музыка, да, да, такая все классная прям, в начале. Ну, классно, вот охота слушать, ребят, да, молодец, лайфхаки. Немножко дает, да? В голосе да, такие да, классные обработка. Украшения. Да, немножко. У этого даже потом не помню. Передай башку, вижу силуэт. Подымит и мысли в огне снова нет. Я курю реально так много, что этого даже потом не помню. Передай башку, вижу силуэт. Подымит и мысли в огне снова нет. Я курю реально так много, что этого даже потом не помню. Передай башку, вижу силуэт, подымит и мысли во мне снова нет. Я курю реально так много, что этого даже потом не помню. Передай башку, вижу силуэт, подымит и мысли во мне снова нет. Закончился, да? Что, ребятки, скажу? Нет, наверное, еще не закончился, наверное. Угу. Ребятки, что скажу? Очень... Я думаю, я не так много, что этого даже потом не помню. И я жду, вижу силуэт, подымит и мысли во мне снова нет. Я курю реально так много. Ребятки, скажу. Вот скажу о голосе, ребят, да, самое главное. Голос, конечно, не очень богатый, да, очень красивый тембр голоса. Прямо, знаете, чистый-чистый, как прям вот, знаете, как вот, я вот расскажу, как... Родник. Я так хочу сказать, да, потому что он чистый, он реально чистый да, голос, классно, да. Классно звучит. Он так звучит чисто, так вот. Вот звонко, чисто очень, звучит, да. Вот скажи, да? Да, и это снова эксперимент, я думаю, потому что много надо, он и рэп жесткий читает, он и поет, да, и сейчас снова да. Мелодичное исполнение, да. Новенькое что-то. Вот прямо классно. Скажу, вот еще про это я вот хотела сказать. Да, думаю, голос приятный, да, чистый. Приятный, чистый голос, ребятки. Мне очень понравилось, музыка мне очень понравилась. Очень много музыкальных лайфхаков там, да? Обработки классные. Да, обработки интересные. В голосе тоже обработки были немножко, везде. Вот он все сделал как... Положено, грамотно сделал. Немного, трендово, да, немного, то, что немало. А вот именно все сделал дозированно. Его голос вообще не менялся. Мы его гармонично слышали. Да, очень, гармонично да. Звучало, да. Ребятки, ну о чем трек? Трек, ребятки, молодежный. Молодежный трек. Есть немножко такие вот вещи, которые, ну... Он молодой, понимаете, ребятки? Именно трек молодежный, ребятки. Вот. А вообще мне все понравилось. Голос мне понравился очень. Звучит музыка, классно, да. 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 Твоим голосом, знаешь, я вот сейчас скажу ему, да, что голос его вот действительно бонус, да. Он своим голосом может такие вещи творить, да, вот такие творить вещи. Он вот, и творит. Нереальные, он да. Он творит эти вещи. Да, молодец. Знай, что ты
прекрасно слышишь, прекрасно звучишь своим голосом. И исполняй дальше, пиши, дальше развивайся, не останавливайся на достигнутом. Ты шикарный исполнитель, тебя интересно слушать. Ты знаешь, где дать лайфхак какой-то, изюминку бросить, понимаешь? И тебя интересно слушать, ты зрителя держишь. Пока, друзья.